Всем привет! Сегодня у нас на видео вот такой вот вопрос. Если запустить оперативную память разной частоты, вот как она будет работать и будет ли вообще? Проведем эксперимент. Вот у меня 4-гиговый планка 1333 частота, Kingston, вот, и есть Samsung 12800U, это 1600 частота получается. Обе планки по 4 гигабайта DDR3. Вот стенд я подготовил вот такой. FM2, он в принципе практически всеядный. Так, вон там, да, FM2, A55, материнка E33. Вот видеокарта, ну все по стандарту, короче. Четырехъядерный процессор там какой-то такой простенький. Вот два слота. Запускаем, вставляем два. Запускаем, стартуем. Система у меня подгружается с проверочного вот этого тестового твердотельника. В принципе, ждать долго не придется. И посмотрим, как будет работать, вообще будет ли. Но опять же, повторяюсь, это AMD. Он всеядный. В большинстве случаев все нормально на них работает. Допустим, с Intel может быть проблема. Особенно какой-нибудь 1156 сокет, 1155 могут капризничать, особенно 1156 капризный. Вот, и он, по-моему, вообще 1600 не поддерживает. Или поправьте меня в комментариях, по-моему, только на 1333 работает. Вот, ну, с 1155 понятно, в общем, может быть, покапризничать. В общем, пробуем, запускаемся, сейчас посмотрим. Так, вот я их подоткнул, эти две планочки. Вот, все видно, ничего я тут не менял. Так, питание. Кнопочку такую вот вывел со старого системного блока, чтобы не отверткой страшно так было. Запускаем. Смотрим, смотрим, смотрим. Что-то долго. Нет, пошел. Загудел. Так, о, нас просят нажать F1. Что-то у нас тут поменялось в настройках комплектации. Так, 8 гигов видит, 1333. Будет работать на пониженной частоте. В принципе, что и требовалось доказать. Ну, давайте попробуем перезагрузить. Сейчас систему подгрузим. Гудит, что тут так. Башня пыхтит. Шумит, пыхтит. Так. Пойдет загрузка, там есть загрузка, пошел. Грузим, грузим, грузим. Сейчас посмотрим по AIDE. Ну, в принципе, он на AIDE, наверное, покажет частоту и ту, и ту. Больше, наверное, BIOS опираться надо, хотя посмотрим. Так, где у нас тут AIDE? Запускаем AIDE. Так, компьютер, информация. Так, вот две планочки. Да, показывает частоты, и ту определяет. Все, тайминги разные, все разное, но, как видите, работает, ну, на пониженной. Как бы. Желательно, если уж хотите повыше частоту, то ставьте одинаковые планки. Ну, если вы там не будете баловаться какими-то разгонами, дополнительными настройками, мы берем сейчас функции по умолчанию. Воткнул эти планочки и запустил компьютер. И вот то, что мы имеем. В принципе, работать так они могут. Но вот AMD вообще, в принципе, прожорливый, все ест нормально. Как и говорил, с Intel может быть немножко вот какие-то несостыковки. В общем, все, всем пока. До новых встреч. На канал подписывайтесь, ставьте лайки, там все такое. Пока.